В этом году холдинг «Озна» отпраздновал свое 60-летие. За эти годы изменилось многое. Неизменным осталось лишь качество предлагаемых компанией решений для нефтегазовой промышленности. Ну, в день 60-летия хотел поздравить всю компанию, всех работников. Особенным удовольствием тех людей, которые поработали в нашей компании больше, чем я прожил. Сказать большие слова благодарности тому коллективу, который мне посчастливилось возглавить. И благодаря которому сбываются самые амбициозные планы компании. Руководство компании хочет, чтобы следующий шаг в развитии нашего общества был это международная компания инженерингового характера. Есть планы, есть пошаговая детализация стратегии и у меня просьба ко всему коллективу просто начать это делать. За прошедшие годы компания выросла от производителя до крупного многопрофильного холдинга. Руководство компании намерено достичь еще большего и готово к реализации крупных проектов. Анастасия Худик, Лилия Галямова, телеканал ЮТВ.